Привет всем! С вами Виктория Киви. Сделать такой красивый маникюр сможет каждая из вас легко и просто. Для этого вам не понадобится никаких дополнительных инструментов, а всего лишь три лака. В моем случае это белый, розовый двух оттенков. Вы можете использовать любые угодные вам цвета. Итак, приступим! Для начала делаем основу любым лаком, который вам нравится. Потом берем белый лак или любой другой. И нам надо всего лишь сделать три простых движения. Раз, два и три. Теперь дублируем белый лак розовым. Особой аккуратности и навыков этот маникюр не требует совсем. Вот такой маникюрчик у нас получился. Очень красиво, симпатично, а самое главное просто. Экспериментируйте с цветами. Всего вам хорошего, до скорой встречи, пока-пока!